В Одессе появился новый мурал. За несколько часов одесские художники превратили серую стену в арт-объект. На углу Новосельского и Спиридоновской поселилась девочка, которая спит у окна. Рядом черный кот играет с ее длинной косой, а в соседнем окне стоит большой кактус. Автор не давал названия данному рисунку, чтобы горожане могли за него сделать это сами. Также художник рассказал, что жители дома сами обратились к нему за помощью. Я очень часто хожу мимо этого места. Тут был такой грязный, замызганный угол. И к нам обратились жители этого дома с просьбой придумать что-нибудь на этом месте, чтобы здесь не было поклейки объявлений, рекламы закладок и тому подобных вещей. И мы вот придумали такой вот эскиз, который, по нашему мнению, органично вписался в эти вот выштамповки окон. Ну вот как-то так. Последним муралом команды художника была бабочка Махаон на Балковской. Стрит-арт-команда создала уже более 20 рисунков по городу. Их специализация – животные. Автор обещает, что в будущем в Одессе появятся новые яркие арт-объекты. Мы в этом году тоже планируем что-то рисовать, но это все зависит от времени, от вдохновения, от условий, скажем так, творчества. То есть будут возможности, будем рисовать, конечно.